Всем привет. Федор Иванович для масштаба стал перед деревом. Летом была гроза, и молния ударила прямо в середину ствола. На доме стоят громоотводы, молниеотводы. В дом, слава богу, не попало. Дуб все лето издавал страшный скрежет. Приедут наши резчики, альпинисты мы их называем, будут удалять проблему. Хорошего всем дня. Федор Иванович поддерживает дуб с самого лета. Показываю проблему вблизи. Единственное, что радует, дров у нас на пару зим будет. Дуб жалко. Это жизнь, это природа. Альпинисты будут снимать потом, как в процессе работ будут удалять это убитое дерево. Левую сторону, правую показали. Жалко, дуб красавец. Это жизнь. Деревья как люди. Рождаются, умирают.